сегодня мы пойдем через Бруклинский мост. Впервые, когда там не ездят велосипедисты. Вот Саша Ситихол. Кто в Ситихоле сидит? Билл де Блазио. Пока еще последний Динки досиживает. Он паркуется, все эти длинные похожи. А здесь на площади была независимая республика Нью-Йорка. Ну и их всех разогнали. Пойдем. Под Болдане зайдем. Пойдем. Коли мы тут. Вот велодорожку подавили. Эй, ничего не видно. Колодец. Дома-склады. Дома-склады под сахар. И это британцы все, кстати. Представьте себе. Британцы решили использовать сахарные склады как тюрьму во время Revolutionary War. И этот конкретный дом, окно которого мы сейчас видели, он был разрушен в 1892 году. Вот. Это кусочек вырезали окна, который был тюрьмой настоящей. Но почему-то... Невероятные факты рядом с мусорным контейнером. А вот мне больше всего там потолок нравится. Католик Church, Saint Andrew. А я думала, ну какой потолок красивый. В арке. Сюда изменили вход велосипедисты, теперь ездят с машинами на мосту. Здесь они заезжают и едут. Без велосипедистов куча народа. Открыли в 1875 году. Двое из его архитекторов погибли во время строительства моста. Ну как погибли? Умерли. Один умер из-за того, что не хотел лечить ногу. Он ее поранил, пока катался на лодке и лечил водной
водичку все время на рану поливал и умер от этого. Это был первый архитектор, проектировщик. Потом попросил своего сына достроить мост. Но тот умер от кишоновой болезни. Как раз во время строительства моста они поняли, что такое кишоновая болезнь. И Они, а мир понял. Ну да, все поняли. Люди. Попросили свою, ну, получается, женщину. Это жена была первого или второго? Первого. Значит, мать и жену попросили достроить мост. Я ее достроила. И потом, она, когда открывали мост, она вместе с петухом шла через мост. Этот мост был очень знаковым строением, потому что он соединил Бруклин и Манхэттен. После этого начало все развиваться. Бруклин начал развиваться очень сильно после этого. Вот мы идем на сторону Бруклина. Заканчиваем переходить мост. И уже мы на Бруклинской стороне. Так. Вообще мы думали, что людей будет меньше за счет того, что не будет велосипедистов. Но людей все равно очень много. За счет праздников. За счет праздников людей стало много. Саша следит, куда поедут пожарки дальше. Камеру так не страшно держать, а телефон мне было бы страшно держать. Потому что камера на веревочке. Раньше велосипедисты ездили по этой стороне моста, а теперь их спустили вниз. И они ездят внизу. Отделили у машин целую полосу. Давай, велосипедист, едь, мы верим в тебя. Ему сейчас как раз тяжело, он поднимается на мост. Развязка всяких машинных дорог. И вот новое здание построили в виде паруса.
вот Саша. А там Бруклинский мост. А там даунтаун. Первый раз мы идем по другой дороге. Обычно мы спускаемся с моста по лестнице и идем в дамбу. А теперь мы идем в даунтаун Бруклина. Специальной дороги от Бруклинского моста. Рука пальцем вверх указывает. Нам почему-то в другую сторону от руки надо. Это они давно карусели. Женщины. Королева какая-то. Все еще даунтаун Бруклина. Саша доволен, что они крутятся. Нет, это шоколад. Yeah. This is our holiday berry right there. So it has raspberries, blueberries, blackberries, and it's topped with a raspberry. It's a strawberry jam. Do you like the gravy with your turkey one? Пришли поесть. Хотели рамен, но поесть. Саша хотел. Пошли в китайское заведение. Тут нет рамен. Тут есть нуду и порк бами. Ну-ка, фокусируйся. Сейчас я это буду есть. Саша решил колбасы поесть. Колбасы. Да колбасой дома не кормят. Заказывают в ресторане колбасу. Там настоящую колбасу. Просто колбасу. Колбасу с сахаром. Полпалки колбасы.